У нас есть заявление в Братской Совет Церкви Гефсимания города Минска. А член церкви Гефсимания Семеновича Виктора Михайловича. Братья и сестры, я ждал этого очень долго. И член церкви Гефсимании Синкевич Алены Юрьевны. По нашему согласию и с благословения родителей обеих сторон, мы хотим создать свою семью, просим помолиться Господу, чтобы Он благословил. Всю подготовку к браку, бракосочетание состоится 11 мая 2024 года. До и во время брака будем вести христианский образ жизни, не нарушая заповедей Господних. Вот эти молодые люди, которые сегодня радуют наше сердце. И мы сегодня можем позволить себе даже то, что обычно в Гефсимании не позволяем себе. Да, но мы рады за них, и они нуждаются в Божьем благословении. Мы помолимся, чтобы Господь их благословил, хранил в руке своей. Все устроил подготовку к бракосочетанию, и Бог еще велико был прославлен в их жизни, в жизни этой семьи. Господь Бог наш, мы благодарны Тебе за великую-великую милость Твою, Отец Небесный, которую Ты являешь в жизни детей Твоих. Благодарны Тебе за Виктора, за Алену, Господи, что их сердца Ты направил, Господи, друг к другу, вложив эти добрые, Господи, чувства. Мы славим Тебя, Бог, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, и мы сегодня благословляем их именем Твоим святым, Господи. И мы молим, чтобы Ты благословил подготовку к бракосочетанию, Господи, все вопросы, которые будут возникать, дай им, Господи, мудрости, и все необходимое, потребное для тех людей, кто, Господи, согласятся им помочь в этом процессе. Благослови, Отец Небесный, мы также молим, чтобы Ты благословил их и сохранил, Господи, в этой чистоте перед Твоим святым лицом, чтобы ничего ненужного не было допущено, Господи, но чтобы они впоследствии, храня себя в чистоте, имели Тебя обильное благословение, пути за Тобой. Благослови, Отец Небесный, мы славим Тебя, Ты достоин всей славы и достоин хвалы, наш великий Бог и Царь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Поздравляем, объявляем женихом и невестой. Пусть вас Бог всех благословит. Можем пройти на свои места.